юридически это звучит, что солистки уведомили Нефомат о том, что они хотят расторгнуть контракт с продюсером в связи с систематическим невыполнением им своих профессиональных обязанностей. Ну что, бери автомат. Пойдем мочить. 20 часов лететь, 20, с пересадкой. Это сейчас ты будешь сидеть ждать. То есть ты останавливаешь, там 3 часа где-то сидишь, ты приедешь просто вот такая, есть за час гостиницу сходить, душ направить, такая вышла на сцену, скажешь спасибо, часов 5 поспишь и опять в Москву, 14 или сколько там, 15 часов лететь. Лена, ты маразм. Ну хорошо, что ты... Ты настолько свой организм просто, ты просто не знаешь, насколько ты свой организм мучаешь. Я не представляю, я что, не летала? Мне, например, сейчас это абсолютно не надо. Абсолютно. Я тебя понимаю. Мне абсолютно это не надо. Я слишком добрая. Нормально. Надо было тоже упереться рогом и сказать, никуда не полечу, пошли в жопу. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем мне напишет, и вряд ли позвонит. А в космосе сквозняки, короткие праздники, и холодно, и темно, все равно, все равно, все равно. Живи, как захочется, пока все не кончится, а после отвертимся, в космосе встретимся, встретимся. Мы снова встретимся в космосе, мы скоро встретимся в космосе, я помню, встретимся в космосе, в космосе. Вот так. То, что я сейчас скажу, будет известно на всю страну. Мамочка, бабулечка, котенок, Олег, бабочка, Танечка, бабочка Ася, дедушка Вася, Тыща, Бусенька, Мусенька, Лялечка. Всех-всех-всех очень люблю. Поздравляю с Днем Святого Валентина. Я с вами душой и сердцем, а не в этом Сингапуре. Грациях тонких зеленых дерев запуталась чья-то тревога. Под майского ветра веселый напев, они дрожат у дороги. Слезою летит этот день века, какую-то жуткую бездну. Как свет луны зло хохочет там и поет обрывком скал песню. Юлечка, я поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе всего самого лучшего в твоей личной жизни и, наверное, твоя личная жизнь, которая дает импульсы для твоего дальнейшего творчества, чтобы ты никогда не старилась, а только молодела, находя в себе новые и новые ресурсы, как истинная женщина. С днем рождения!
спать. Вот так же и он, понимаешь? Деньги не нужны, а я их буду себе брать и покупать себе машины, понимаешь? Вот херня, понимаешь, какая-то получается. Ну хорошо, ну ты получай деньги. Ну ты хоть зарабатывай их тогда и дай другим зарабатывать. А то получается так, вот знаешь, вот, снял кусок и побежал в другое место. Кому такая работа нужна? А получается так, что... То есть он их до такой степени затерроризировал и сделал из них своих каких-то таких вот, что он может, например, этой же артистке сказать, что там ты дура и пошла ты вообще отсюда. Ты попробуй Бритни Спирс там или Уитни Хьюстон, скажи продюсер такую вещь. Завтра же будет уволен без содержания. Понимаешь, какой бы ты ни был гениальный, а у них, я думаю, что все гениальные продюсеры. А он себе позволяет этим звездам, чтобы они его ждали по 2 часа. Он может приехать и сказать, вы еще 2 часа подождите, я пока тут покурю. Кто себе такое может позволить? Когда он сказал то, что думает типа о своих фанатах, это вообще самое последнее дело. Я хотела ему сказать, извини. Знаешь, не думай артисту, да, для кого вообще мы существуем? Можешь себе представить? Он говорит, если думать, как мы типа думать о своих фанатах, что ему интересно, это говорит, типа самое последнее дело. Я так сижу, на него смотрю, я больше ничего не сказала. Я просто встала и пошла там общаться с Ксюшей, потому что я поняла, что все, говорить бесполезно человек, понимаешь? Я звезда, но и мне нужно счастье. Я лечу, посмотри на меня. Темной ночью готова упасть я, лишь в объятия, где море огня. Я звезда, я как песня лечу, в танце я никогда не сгораю, о любви в поднебесье кричу, будь со мной, повторяю. Юлечка, я поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Желаю тебе много любви, счастья и, конечно же, радости, потому что без радости жить нельзя. И когда человек счастлив, он всегда здоров. А кто несчастлив, тот болеет. Поэтому я желаю ей быть счастливой, а следовательно и здоровой, и веселой, и радостной. Я знаю, что мистер Шаповалов дарил тебе портрет свой. Где он? А, вот он. Ой, слушай, мне главное, знаешь, дарит подарок на день рождения. Я говорю, Ваня, а что там? То без чего, говорит, ты не сможешь. Я говорю, ну что там? Он говорит, приедешь, говорит, типа домой, говорит, посмотришь. Я открываю, а там Ваня, блин. То, говорит, типа, без чего ты не сможешь. Так. Знаешь? Смотри. Круто. Чтобы всем икалось. Когда будет висеть, чтобы... Причем рамка красивая, на самом деле. Мне нравится, как рама сделана. Это он ей подарил, чтобы она молилась на него. Слышь, такой, посмотри, как икону вообще, да, сделал? А... Но даже здесь он другой. А может быть, вытащить фотографию его? И что, и кого туда? А вот попробуй, Олег, попробуй, вытащи фотографию. Ну, попробуй. Ну, вытащу я. Ну, попробуй. А что там будет? Ну, вытащу. А, там, может быть, будет это. Ты думаешь, что это какая-нибудь икона, да? Потому что рамка такая, он когда подарил, причем он такой, говорит, типа, ты без этого не сможешь. Но он такой там все же завернутый. Я смотрю, такая, я не пойму. Я сначала не поняла, думаю, такой прямоугольный, какой-то квадратный, думаю, что это такое. Он говорит, придешь, говорит, типа, это откроешь. Я перезвоню, он говорит, блин, Вань. Ну, царевка, она историческая вообще, эта штука. Да? Да. Во-первых, я не хочу ничего покупать. Я не хочу ничего выбирать. Не хочу никакой подарок. Я не хочу. И уверен, что ей ничего не нужно. Ей не нужно никакой, ей ничего не нужно. Ей ничего не нужно, кроме какого-то проявления человеческой любви. Абсолютно. Ничего ей не нужно. Понимаешь? Сейчас поеду, куплю эту рамку и подарю свои фотографии. Все, ничего не хочу больше. Ну не надо эти какие-то сережки, какие-то бриллианты. Какие-то... Подарите вот ей компьютер, родители. Ну, подарить компьютер, так подарить компьютер, пожалуйста. Это не формат. А если это не. Если это не лично от меня. Если мы говорим от лично от меня, то
Я хочу подарить свою фотографию. Да. Но ведь иногда подарок — это и какой-то такой публичный ход. Ну, это и публичный ход. Это и публичный ход. Нас не догонят. У меня ощущение такое, что больше всего ей нужен я. И никакой подарок это никакой там прикол это не вытянет. Ну, то есть концепция — это как бы то, что я чувствую, это вот как-то в какой-то форме себя. Понимаешь? В приемлемой. Кулончик со своим портретом внутри. Ну, кулончик, да, давайте. Хорошо, да. Кулон, знаешь, что кулон? У нее есть как бы... Помимо Лены Катиной, у нее есть еще волончайк. Вот. И кулон... Кулон в данном случае, как то, что носится на шее, да? Близко. Оно в данном случае, может, было бы как какой-то агрессии по отношению к нему. Вот это мне не хотелось. Нас не догонят. Нас не догонят. Я не помню, чтобы меня Юля приглашала на день рождения когда-то. Как-то один день рождения мы отмечали на съемочной площадке, другой день рождения. Я приехал куда-то, ее поздравил. Вообще очень сложно дарить подарки. Может, сложно, потому что... Почему сложно? Мне непонятно. Почему непонятно? Может, я недостаточно люблю Юлю? Возможно. Как можно не любить? Как можно, не любя человека, сделать что-то для него, столько для него, сколько сделал я? Не прет меня на подарок. По большому счету, у меня проблема стоит сейчас в записи. Проблема сейчас в фон. Сейчас я не могу записывать песни с Юлей. А у нее какие проблемы с голосом, как проявление, я боюсь, каких-то психологических проблем. И это важнее, чем... Поменяю. Да. Нельзя. Как это? Нельзя. Как нельзя? Да нет. Это это как уже как явление. Это, там нельзя никого поменять. Можно только разойтись. Можно прекратить проект. Как это поменять? Как что значит поменять? Как это можно поменять? Ну ребенка. Как, ну как можно поменять? Нельзя. Да можно все. Это будет другой проект. Что значит поменять? Как это поменять? Я не понимаю. Если образ
на человеке построен образ. И если человек не может пить, значит, так это судьба проекта такая. Зачем? Зачем? Что, из-за денег, что ли? Из-за денег менять? Я не... Мне достаточно. Такой серый город. Можно как бы оставить вот этот фон ваш? Еще покрытие более такое. Нет, так это... Это уже не то. Не из этой серии. Ну вот от цвета она приятнее. Вот цвет, видите, приятный. А что? Почему? Не, в этом же смысл. В этом же смысл. А нам надо покрыть с этими лучше. Давайте немножечко отобьем паспорту. Вот сейчас от фона фотографии черной, которую я вам только что показывала. Скомбинируем с этой черной, глубину придадим работе, чтобы она была в глубине. Здесь не черный, здесь зелень нет, здесь все черное. А цвет, да, а цвет, вот цвет зелень убрать, зелень, да. Цвет прямо падает, он у вас будет висеть, он такой не будет давать. Я лучше бы, конечно, делать. Слушай, Ваня, белый. Ты говорил, что под фотографией что-то оставить. Оставь. Путина. Не, ну при чем здесь Путин? Не дай бог. Белый будет. Я другой ее фотографию белый. Ставлю под моей фотографией. Какой-то выберут, видите, который у нее нету. И не скажем. И не скажем. Если вдруг кто-то случайно разберет, найдут. Что-нибудь напишешь? Лишнее, все лишнее. Ёпрысы ты. О. Надо тут Ваня. Прикольно. А почему он эту фотографию, интересно, положил назад? Как ты думаешь? Классная фотография, да? А почему он ее так назад? Смотри, он за себя ее прям брал. Как ты считаешь? Я как считаю? Ну ты как думаешь? Не знаю. Он тебе дал возможность. Еще положил два листа для того, чтобы ты выбрала, что сюда положить. Да ладно, это и бред. Нет, но он... Знаешь, у него как бы это... Другой, я думаю, по-другому. Смотри, его фотографию сзади именно вот эту вот. Именно сзади, да, вот так вот он ее прислал. Почему так? Ну, наверное, потому что я за ним шла. Всю жизнь, блин, с ним шла. Да нет, с ним можно было бы идти, если бы он бы шел. Оставить? Положи, да, оставь, пусть так будет. А может, не надо? Нет, пусть так будет, не надо, оставь, оставь. Как подарил, так пусть и будет. Не надо, не надо, так оставь прям. Пусть будет, папа, оставь, это его подарок. Не, вообще, конечно, интересно, так. Впечатлило тебя? Угу. Все, зря мы это показали. Юлька сейчас будет за Ваню переживать. Правильно, а что не переживать? Нормально, пусть да нет, я за него всегда переживала. И все, равно, как бы, все за него переживают. Да, Виталик, все равно, знаешь, какие бы вот отношения не были, да, чтобы не было, все равно он уже за эти, как бы, 3 года действительно близким человеком стал, знаешь. И для нас, все-таки, конечно, он нас поднял. Вот большое ему просто спасибо, что он из нас на самом деле сделал такую группу. Потому что вначале сам действительно он был молодец, это сейчас у него там. Знаешь, а в самом начале, извини, такого проекта не было никогда до него. Понимаешь, он нас и в Америку, считай, он нас, понимаешь, поднял. То есть он как бы, ну он молодец, он действительно он молодец. Жалко, конечно, что так вот у него все. Нет, ну. Повернулось, действительно. Я тебе о другом хочу сказать, Юн. Да ладно, ну куда тебе столько этих? Никуда уже не денется. И в чулан. Помимо Вани, в вашей жизни еще участвовало очень много других людей.
И я считаю, что большая, да очень нет, большая папа, заслуга и Ленке Кипер, очень большая заслуга и Лёне, и этого как да его нет, там, ну, папа, ну, никто композитора, как его зовут-то? Галаяна. Да никто с этим не спорит. А Ваня просто-напросто... Не, ну просто, пап, все равно в любом случае идеи чьи все. В любом случае, идеи все Ванины, понимаешь? Ну, всех акций, Ванины, это все идеи. Понимаешь, Лена Кипер, понятно, она там что-то помогла, какую-то там строчку «Я сошла с ума» написать. Глэн помог им писать музыку, а идеи-то все его. Понимаешь, он все эти песни, было произведение песен. Он все отбирал, весь материал, он придумывал. Понимаешь, все, он все как бы сделал он. В любом случае, бум в стране, сделал он. В этих песнях есть талант, юность есть и свежесть. В песнях этих ураган, сила есть и нежность, припев. А на таланты сильный спрос. В чем же здесь секрет? Лучше песен просто нет. Вот и весь ответ. Будь, Юля, всегда сама собой. Живи дальше счастливо. Будь уверенной в себе. Живи бесконечно долго. И чтобы никогда-никогда у тебя в жизни не было... даже, наверное, малейшие жалости о том, какую жизнь ты прожила. Будь, как говорится, попроще, тебе действительно подтянутся люди. И пойми, что очень-очень много зависит от твоего теперешнего дня рождения. И дальше, очень много зависит от тебя. А, конечно, основное – это здоровье. И просто обязательно постарайся за ним следить. Потому что... Это такая вещь, с которой никогда не шутят. Поэтому будь счастлива и большого-большого тебе успеха. Такая вот фотка с таким лицом, вообще каким-то словом. Сейчас скажешь, вообще куда-то за границу, что ли, везли? Ну да, потому что... То я не говорю, что у него операция на нос он делал, потом в версии. Да там говорят, что там вообще совсем прям... Есть пудру, что просто вот эти сушки замажьте, это как всегда все наскакивало. Здесь и вот здесь вот. Просто пудру прям приходишь, лицо не застело. Давайте тогда все. Во! Смотри, как это подарили нам сегодня Юльке. И такого же подарили. Представляешь, двух одинаковых подарить. Девчонки-фанаты. Смотри. Да ты что? Да, это столько писем. Поздравления, представляешь? Вот. Это что, вот на этот адрес? Да. То есть это столько людей знает адрес? Да. Вот это все прислано не только фанатами, а фанатами даже, которые люди, которые даже сидят в тюрьме. И представляешь, какие вещи, я тебе сейчас покажу, люди присылают из тюрем. Видишь, какие вещи? Тату Форева. Вот, пожалуйста. Вот, идите, снимайте, тут требуют жертв. Ну, а что здесь делаете? Мы с Юлей приехали ее поздравили, ушли, обратно пришли. Пообщаться не хотим. А чем поздравляете Юлю? А мы уже поздравили. Такие большую игрушку. Ну, пониже, спуститесь. Так, ладно. Вот. Огромную игрушку купили, букет роз. Получилось, что одинаковые. А откуда вы? Из Москвы, из Мытищ. Ну, мы рядышком близко живем. А откуда вы узнали адрес, Юля? Вот. Это телефон даже? Дети. Телефон есть. Правда, неправильно, но это... Звоните, фанаты. Волкова самая классная девчонка. А там смеш телефона. Вот, да, там смеш. Ты все знаешь, смеш. Влад, Сергей. Мы уже давно. Мне знакомы сказали. В интернете по компьютеру. Пробил. То есть в интернете есть адрес? Да. Конечно. Да. И адрес, и телефон. А вы именно вот как бы... Как бы вам больше Юля симпатичная или как? Нам симпатичные две. Обе, и Юля, и Лена. Да. Просто Лена переехала. Да. Со старого адреса. Да.
А вот что вы думаете по поводу этой всей истории с тату? Что проект удачно удался и вообще... Если они пойдут в Америку, с нормальным проектом, все будет нормально. Не, но если распадутся, это очень жалко. Это очень жалко, да. Такой успешный проект был. То есть ты руководитель клуба? А, это все? Ой. Он еще муж. Представляешь, два одинаковых медведя и разные люди подарили. Двух одинаковых сегодня принесли. Ну мы приехали, мы ее поздравили, да, мы тут подарили ей подарки. Да. Позвонили, она с нами общается, она нормально совершенно. Да, ну когда просто много людей, это... Да. Когда вот мы приезжали одни сюда, человек пять было, она вообще офигенно общалась, она выходила, она с нами гуляла. Да, мы с ней гуляли нормально. Так. Собачка. А вот сюда вот... Здорово. Мы были пионерами, октябрятами, комсомольцами, которые верили во все святое, в нашу родину и все остальное. А теперь они верят только в то, что надо работать, зарабатывать, гулять или там еще что-то такое делать себе будущую жизнь. Что там делать? Это с кого? Пионерка. Это все от тебя? Да. Ух ты! Здравствуйте. Здравствуйте, я могу обойти, да? Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышали, да, что там Шаповалов что-то такое думает провести кастинг там? Да, мы собираемся, да. Мы вдвоем собираемся. Лепка и... Ничего из этого не будет такого. Интересно, хорошо. А мне кажется, может тату два создать. Нет, да, не будет, нет. Будет, не будет. Я знаю. Почему? Нет. Я считаю, может, ничего такого интересного. Ну, споете вы за них, дайте песню. И что с того? Паш, что подарил Юле? Да и ничего. Цветы. А подарок? Подарки будут обязательно. Много чего. Ангелы спустились из небес. О Боже, это страшный грех. На навески давили облака. Ваша молодая плоть нужна. Небеса, небеса, вы не зовите нас туда. Вы не видали наших тел, наших слез и нашу любовь. Поздравляйте с днем рождения, желайте творческих успехов. Здоровья, счастья и любви. Да, пусть твои альбомы будут такие же, ваш альбом будет таким же клевым. Мне очень нравится. С днем рождения. Поздравляем. Они тут уже искурили пару пачек. А? Бросили все. Вот. А наш какой-то там этот, как его там, депутат Государственной Думы говорил, что Юля соблазняет людей. Вот они. Она бросила курить. Юля бросила, и мы бросаем. И они бросают. Вот это дети, вот это поколение наше. А она кричит, что она соблазняет молодежь. Вот надо это ей показать, пускай смотрит. Да, все. Юля сегодня сказала, что она бросила курить. Мы тоже бросаем. Все, уже не курим. Сегодня у нас в нашей программе дебют известной певицы, человек, которого знает уже практически весь мир. Свою 19-ю весну отмечает Юлия Волкова, группа «Тату». Я не оговорился именно весну, потому что человек с таким весенним настроением, с такой весенней улыбкой может родиться только весной, даже 20 февраля, да, Юля? Юль, тогда любой день рождения начинается с подарков. Я, во-первых... как очаровательной девушки и имениннице. Прошу вам вот эти цветы. Спасибо огромное, спасибо. Вот, еще я знаю, что вы очень любите собак. Обожаю просто собак. Ну а для того, чтобы вы побольше о них знали, это вот энциклопедия «Все о собаках». Спасибо вам огромное, супер. Вы знаете, есть такие слухи, или там кто-то мне рассказывал, не помню точно, не могу сказать, что вы сейчас стараетесь больше работать как бы в сольном направлении, делать что-то такое для себя грандиозное, но только для себя одной. Это нет, правда или нет? Нет, нет, нет. Обманывает? Конечно. Это у нас дуэт, как бы я и Лена, мы вместе. По-прежнему все. Злые, да, языки. Конечно. Злые языки. Да куча всего про нас говорят. Пустота, как выпитые бутылки. С последней капли, капнувшей в стакан, ушли друзья, мечта
Любовь, как боль, прошла, забрав с собой и радость, и печаль. Я, наконец, одна, мне ничего не надо, ни суеты, ни лжи и ни добра. Я от всего устала, лишь иногда вздыхаю, чего-то жаль и давит пустота. Она меня раздавит, это точно, раздавит, только боль не причинит. Меня ее давление не пугает, и ни о ком, и ни о чем не говорит. А тихо шепчет, еле губы раздвигая: ты не одна во мне, попробуй оглядись. Быть может, но глаза не открываю, чтоб не закрыть от блеска слез твоих. Они мне очень нравятся. Я хочу, чтобы они оставались такими же искренними. А этот сценический образ, он уже, может быть, себя изжил немножко. Может быть, из-за этого вот затеяли этот проект новый. Может быть, мы их увидим в новом качестве. И желаем удачи, счастья. Всего доброго, здоровья. Времени нет! Перед Евровидением, да, помнишь, да, говорили, Нечаева, что придет Нечаева, что, да, мы ее ненавидим, да, до сих просто, пор. Да, все еще да, ненавидим. Просто ненавидеть девчонку. Она же не может Юлю заменить. Никто, ее никто не может заменить. Никто не заменит Юлю. Ну там и Елену, и Юлю никто не заменит. Это все. Это... Вот когда узнали про Нечаева, мы тут сидели, как эти. Ждали, когда Юля придет, чтобы узнать, правда или нет. Ну а если сейчас Нечаева придет на место? Не, да не, все эти дети так уже не могут. Все просто от Нечаева засрут. Да и какая Нечаева? Да, даже если не Нечаева, придет любая другая. Как бы была Афина, мне не было, все. Голос не голос. Да, голос не голос. Какая она бы не была там красивая, некрасивая. Как на то место любимого человека может прийти какая-то девушка просто из ниоткуда вообще? Как ее Лена, например, полюбит? Она же любит Юльчику. Если уйдет Лена, будет удар, уже не сможет быть группа Тата. Если уйдет Юля, или будет то же самое. Лена, может сольную карьеру создать. Мне так кажется. Почему? У нее голос есть какой-то. Вот поэтому, если они распадутся, вот пускай Лена сольно поет. А Юля продюсирует Лену. А Юля... Да, Юля продюсирует Лену. Вот тогда то и останется. Ты хочешь там, ну, звездой стать? На своих тренировках звездой стать. То есть стать звездой посредством Вани. Ну да, как бы, чтобы как бы его воздействие тоже на это было, как бы его, как бы, чтобы на свою руку этому делу приложил. А ты, ну, как бы планируешь вот изменить внешность, ну, типа имидж? Потому что у тебя же сейчас под Юлю. Да. То есть ты как бы изначально, придя сюда в таком имидже, ты как бы понимала, что это, ну, под тату. Же, да? Кашу. Да. Нет. Нет? Не, на самом деле, просто без своего имиджа все. А если, допустим, имидж поменять, да, как ты говоришь, то... Ну, все, ну это имидж, это, конечно, громко. Если он скажет, то да. Если он скажет, потому что, как бы, нон-продюсер ему виднее. Так, а ты с Ваней ты говорила уже? Сейчас иду. Ну да. А как ты, если, например, ты скажешь в тату и вот, ну, там как-нибудь одной, знаешь, без второй девочки. Ну то есть соло, да? Ты будешь хочешь одна или с кем-то? Лучше с кем-то. Да? Да. Поддержку, чтобы даже как бы чувствовать, как бы, ну, человек, который вместе. Вот опять зазвонил мой телефон, и вновь такое творится. Расступись, МТС и мегафон, дорогу младшей сестрице. Вся в лучах электронного блеска. Принеслась от тебя СМС-ка, и по кнопкам скорей на глаза, чтобы о главном сказать. СМС-ки любви, словно птицы. Я желаю вам быть счастливыми. Потому что ни деньги, ни власть, ни успех не стоят, как бы, ничего без счастья.
И если есть счастье, то есть все остальное. А если его нету, то все это как бы не ваше и принадлежит не вам. Желаю вам успехов в труде и заработной плате. Все. Знаете? Ой, Юль, простите нас ради бога, но сегодня не у нас в студии. И сегодня группа Smash направляется прямо к вам. Живу поздравить. С днем рождения. Привет. Привет. Вот ты моя, день рождения. Ну вот видите, вообще, проходите. Ну, а я вот сижу, на самом деле, наверное, сразу размяжу вас. Вы, а можно куда-нибудь сядем? Давайте, давайте, Юль, давай сюда прям положим. Давайте. Иди сюда. Вот так, Юль. Сереж, говорят, что вы с Юлей родственники. Расскажите. Родственники. Что, вы разве не похожи? Вот скажите. Да вылитые просто. Да нет, конечно, родственники. Мы сводные брат и сестры. Брат и сестра, говорили, что прям муж с женой практически. Ну, мы и так. Я хочу пожелать, чтобы... Ну, конечно, когда Сережа будет молчать. Я хочу пожелать тебе, чтобы в твоей жизни было как можно больше любви, искренне добрый, честный. И... Сереж, ну с тобой хочу. Сегодня все пожелания наших телезрителей с поздравлением Юли, с появлением группы Smash, которую также все безумно любят, наши телезрители. Мы угадали. Сквозь семь этажей прочту по губам, останусь твоей, люблю не предам. Глазами пока я снова одна, моя жизнь не моя, я чужая игра. Потом припев. Ты и я два пойманных мотылька, ты ко мне каждый день так нечестно близка. Ты так хочешь лететь на мой свет и тепло, но беспомощной бабочкой бьешься в стекло. Юлечка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Я не знаю, какой ты в жизни человек, мы, вернее, не знаем. Но у меня лично ты вызываешь хорошие чувства, и я тебе желаю, чтобы тебя понимали, чтобы тебя любили такой, как ты есть, чтобы ты могла себя вести непосредственно, легко себя ощущала, и чтобы у вас с Леной все было хорошо. Желаю тебе хорошего настроения и, естественно, счастья. Все. Я тебе желаю, Юля, чтобы твой статус тебе не мешал. Но я думаю, он тебе не будет мешать, потому что он тебе очень идет. Я тобой восхищаюсь. Мне кажется, что ты одна из самых красивых девушек, ну, по крайней мере, самых сексуальных девушек, которых я вижу в жизни на экране. Желаю тебе оставаться такой же. Опять же, тебя не знаю, но надеюсь, узнаю. Все, с днем рождения. А вы сами готовы? Ну, если моя мама не против. Я думаю, моя мама поймет. Да, моя мама тоже. Не против. Здравствуйте. Добрый день. Бери перчатки из рук. Обними меня. Мне нерву. Подавачку. Давай. Ладно, сюда. Всерьез, ситуация help, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Yeah.
нет. Они говорят, говорят, это бред. Это солнечный яд, золотые лучи. Они говорят, надо срочно лечить. Я хотела забыть, то в горы и вниз. Я считала столбы и расстрелянных птиц. Без тебя меня нет, отпусти, отпусти. Думала, пусти, нет, мама, папа, прости. Информационная поддержка проекта «Комсомольская правда». Интернет-поддержка «Rambler.ru».